Всем привет! Добро пожаловать на канал Акваинформация. И сегодня мы с вами поговорим о таком виде муравьев, как Компонотус париус. Как вы можете увидеть, у нас появились уже первые коконы. А сейчас мы можем наблюдать, как личинка Компонотусов париусов шевелится. Она просит у муравьев покушать. То есть, муравьи, находя добычу, там, маленькую мушку, либо остатки от какой-нибудь белковой пищи, там, того же самого таракана, приносят эту тушку и бросают к личинкам. Личинки вгрызаются в эту тушку и поедают ее. Что вдруг личинки не съедят, то отправляется на ватку. Как вы можете видеть, на ватке очень много остатков от тушек мух, тараканов, там, златоглазок и так далее и тому подобное. Это не плесень. Ничего плохого эти остатки муравьям не делают. Даже наоборот, когда нету белкового корма, они начинают с ватки обратно перетягивать эти остатки мокрые, влажные, к личинкам, и личинки обратно начинают это все поедать. Такой небольшой замкнутый круг. Что у нас по расплоду? По расплоду у нас около 5 личинок. Кокон пока что один, но, скорее всего, будет скоро несколько. От 2 и больше. Также есть яйца. То есть расплод на всех стадиях развития и развивается очень хорошо. Как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.